Ну, если мы оставим такой курс, который сейчас есть, то, наверное, страна будет более изолирована, нежели чем она есть сейчас и была до этого. Это первый вариант. А второй вариант, если же мы все-таки изменим курс нашей жизни, политической, я имею в виду, то мы будем более интегрированы, может быть, в международное сообщество. Это чего мне бы, например, хотелось бы, мое личное мнение.